Ребят, ну вы вот скажите, нормально, чтобы шиншилла питалась лепестками роз? Что ж, не жирно? Ты там не толстеешь? Блин, на меня так посмотрел. Шинечка. Чё, не нравится? Да. Да. Ещё сейчас попробую, да? У меня на другой полочке подорожник он есть. Он начал грызть подорожник. Сейчас я вам покажу получше. Любитель погрызть все. Ну, палочка лежит, которую он вообще не грызет. Ну, вот эта вот палочка, сейчас я покажу. Вот эта вот палочка. Короче, он ее не грызет. Да, Шиша? Ты у нас не любишь палочки? Тут я у него недавно прибиралась уже. Блин, Шиша, у тебя уже корм кончился. Водичка, гамачок и шинчеленок. Сидит такой, улыбается. Ой, ужас, какой счастливый шиншилл. Пятнашка мой хорошенький на ушках. Пятнышек столько. Ой. Сейчас я его еще попробую угостить лепесточком розочки. Вот. Шенечка, ты любишь лепесточки розочек? Короткометражечки. Ладно, пока, ребят. Надеюсь, что скоро у нас появятся новые кадры с моим шиншиллёнком.